Алексей, поздравляю с победой. Хочу задать такой вопрос. Довольны действиями защиты в сегодняшнем матче? Ну, раз сыграли 1-0, значит, да. Главный тренер похвалил именно оборонительный порядок нашей команды. А один из ее представителей, ветеран «Факела», по сути дела, уже на сегодняшний день даже забил гол. Как это произошло? Опиши, пожалуйста. Ну, это была наработка. То есть мы уже не первый игру так. Далекий бросал, там борьба и группа захвата, так сказать, в лице высокорослых, да, должны были играть отскочивший мяч. Но получилось так, что мяч отскочил именно ко мне. Леш, насколько тяжело выиграть в таких погодных условиях и на таком поле? На искусственно всегда непросто играть, а когда еще, мягко говоря, холодно, то это непросто. Ну что ж, с победой, спасибо большое.